Hello everyone and welcome to Russian with Dasha. This is my cat Semik. He is helping with my lesson today. Okay. You're going to learn how to talk about daily routine in Russian. We will also learn some diminutive words. Are you excited? And yes, you can call me a crazy cat lady. Привет! Меня зовут Семик. Хозяйка не знает, сколько мне лет. Скорее всего, мне около 5. Меня взяли из приюта. Но об этом я расскажу в конце видео. Я поделюсь с вами своей ежедневной рутиной, распорядком дня. Я сплю по 18 часов в сутки. Вы мне завидуете? Мне не нужно ходить на работу, готовить себе еду. Я наслаждаюсь жизнью дома. Каждый день я встаю в 5 часов утра. Я умываюсь, делаю зарядку. Вы делаете зарядку по утрам? Моя хозяйка занимается по утрам йогой. А я просто сижу на окне и наблюдаю. Я не люблю купаться, принимать душ. Я обычно умываюсь сам, делаю сам маникюр, мою ушки и мордочку. У меня нет передних зубиков. А еще у меня маленький шрам на подбородке. Но я не грущу, ведь красота бывает разной. Хозяйка считает меня самым ласковым и красивым. Я люблю чистоту и всегда стараюсь быть аккуратным котиком. Я обедаю, когда захочу. На завтрак, обед и ужин у меня корм со вкусом тунца. Я пью много воды. Сколько воды в день выпиваете вы? Я люблю есть по ночам. Людям есть по ночам вредно, а мне нет. У меня смешной голос. Иногда я крякаю, как утка. Иногда шиплю, как змея. Я очень люблю играть. Я бегаю за резиночкой, бумажкой, мышкой. Мое хобби – смотреть в окно. Я наблюдаю за птицами и машинами. Я не люблю, когда сосед курит. Курить вредно. У кошек очень сильный нюх. Я чувствую запах дыма через открытое окно. Я ложусь спать в 11 часов вечера. Я люблю спать со своими хозяевами. Они гладят мне бочок. Еще я люблю прятаться под одеяло, когда приходят гости. Я не трусишка, я просто скромный мальчик. Однажды меня отвезли на дачу. Там я гулял по траве, нюхал цветы, наблюдал за насекомыми. Мне было очень интересно. Расскажу свою историю. Я беспородный кот. Даша взяла меня из приюта 1 год назад. Раньше я жил со старенькой бабушкой и другими котами. Бабушка умерла, а ее родственники отдали меня в приют, где я провел 1 месяц. Там мне было
очень грустно и неуютно. Другие кошки меня обижали, и я прятался. Я был счастлив, когда Даша забрала меня к себе. Я очень люблю свою семью. Берите котов и кошек из приюта. Вы подарите им домашнее тепло, а они вам свою любовь и мурчание. С вами был кот Сёма. Пока! One of the features of the Russian language is the presence of diminutive words. They are mostly formed with the help of special suffixes. In Russian, it is called суффиксы. The singular form of this word is suffix. Diminutive words are translated into Russian as уменьшительно ласкательные слова. A suffix is usually a group of letters which goes at the end of a word and carries a new meaning or grammatical properties. So why do we need this tricky suffixal system? With the help of suffixes, we can express our emotions and estimation. We can express tenderness, admiration, or even hatred. Look at these words. We added suffixes in the text to make them sound cuter. I call it cuter. Морда. Морда is translated as muzzle or snout. We want to talk about cat's face. We don't want to call it muzzle or snout in Russian. We want to call it something that looks cute. So in Russian, it is мордочка. Мордочка. The next word is резинка. In this context, it is translated as a rubber band. If we say резиночка, we mean that we are talking about some small rubber band. So, Сёмик is talking about that he loves to play with a rubber band. He says, я люблю играть с резиночкой. The next word is зуб. At the end we have б, but it sounds like п. If we add a suffix, it will be зубик. Both of these words, зуб, зубик, mean the same thing. They mean tooth. Зубик we usually use when we want to talk about some small tooth. For example, a baby's tooth or a cat's tooth. The next word is трус. Трус in English is covered. But we don't want to say about a cat that a cat is a covered. We would say that the cat is трусишка. Трусишка means that he is just a little bit afraid of something. It is a cuter form of the word трус. And the main word of our story is кот. Кот means a cat. A male cat. If we are talking about a female cat, we will call it кошка. If we want to say cat, but we want it to sound cuter, we would say котик. And for a female cat, we would say кошечка. Do you want to try and find more diminutive words in the text? Read the script by clicking the link below the video. We also use these words, we also use suffixes when we want to call someone in a cuter way. For example, my name is Dasha, but my relatives and my friends sometimes call me Dashinka, Dashunya, Dashulya, Dashechka, etc. So Russian language is a very diverse language. If you have good fantasy, you can make your own words. Also, in the video, you could hear the word хозяйка. I translated it as owner. Хозяйка is a feminine noun.
A masculine form of this word is хозяин. Google translated the word хозяйка as the mistress. In the context of the video, this translation is not correct. Хозяйка has different meanings in English. The mistress, hostess, housewife, etc. But in our video we say an owner. Я хозяйка Сёмика. Thank you for watching. I hope you enjoy my video and see you soon. Goodbye.